Опачки. Ого! Это мне уже начинает, друзья, нравиться. Смотрите, сколько тут бейблейдов. Вау! Это у нас верхушка. Всем привет! Вы на канале Мишаня. Друзья, сегодня наконец-то приехала суперская посылка с Тайваня. Давайте посмотрим, что тут находится. Мне кажется, тут очень много бейблейдов. Ребятишки, приехала крутейшая посылочка, очень большая коллекция Такаратоми. Ну, давайте проверим, что нам отправил продавец. Так. Опачки. Ого! Это мне уже начинает, друзья, нравиться. Смотрите, сколько тут бейблейдов. Вау! Это у нас верхушка. Это бейблейды и лаунчер, друзья, лаунчер Такаратоми. А мы, кстати, его не заказывали, нам, видать, продавец просто подарил его из-за того, что мы столько всего понакупили. Класс, лаунчер, будем его потом распаковывать. Мишаня, давай так, кому какой бейблейд попадется, тот тебе его оставляет. Какой? Согласен? Угу. Ты первый берешь. Вот этот. Хорошо, давай я буду помогать. Тут уже раскрыто чуть-чуть. Тяжело. Какой тебе достался? Это вроде бы Кербеус. Кербеус? Какой? Да! Мише попался, друзья, Кербеус. Смотрите, круто. Сейчас это все дело распакуется. Поехали. Хорошо, Мишин Кербеус. Теперь, ну, давай я сверху тогда вот этот буду доставать. Да, там, а мне что попался? Ого, это что? Что мне попался? Наклеечки. Ну, сейчас... давай, давай. А, не Волтречек, это Волтречек. Да, Волтречек тоже красавчик. Я себе беру Волтречека. Выбирай, Мишаня. Вот этот. Хорошо. Это кто? Зеленый. Зеленый. Зеленый тебе попался. Тоже хорошая мишаня. Комбинация. Поехали. Я беру сверху. Что у меня тут? Ёпарасы ты. Это вот этот. Это вот этот, смотрите, какой крутой бейблейд. Это по старинке вот такой интересный. Наклеечки очень крутые. Так. Так, давай, вот поехали. И? Это Фафнир. Фафнир. Это Фафнир все же. Да, это Фафнир, друзья. С первого взгляда так не скажешь. Забирай, Миша. Ну что, твой Фафнирчик будет, держи. Фафнир. Ну, вот теперь я беру с этой стороны. А мне что попался? Рактовор твой любимый. О, мой любимый рактоворчик, только другого цвета. Класс, вот такие наклеечки. Розовый. Потом мы это все наклеим, вот эти наклеечки. Круто. Мой рактоворчик мне и попался. Выбирай. Вот этот. А, это что у нас? Это главный герой. Это ты, да? Это ты выбрал. Это главный герой. Все, это ты выбрал, Мишаня. Это твой бей. Ну, прикольно. Так, все. Это главный герой. Да, это тебе повезло, подфартило тебе. Так ты еще и зеленого главного героя взял, вот такого, и красного. А я хотел себе тоже что-то нормальное взять. Это наш... Феникс. Ну ничего, у меня будет, друзья, тогда вот такой Феникс, вот с такими наклеечками. Сейчас, да, хорошо, но это самое интересное. Но смотри, у нас есть еще верхние слои. Вот такие верхние слои у нас крутые. Очень крутые. Ну, давай его распакуем. Выбирай ты первый. Мне два и тебе два. Да, да, да. Ты уже выбрал? Да, два. Так, ну давай по очереди. Ты свой первый. Так. Да, помоги, пожалуйста. Что тебе попался? Это, кажется, вот такой. Вот такой бейблейд рыжий. Прикольный. Протестируем, да, вот этот верхний слой. Будет очень интересно. Так, держи. Пока не прячь далеко, не потеряй. Теперь моя очередь. Так, где вот это? Что мне попался? Это, кажется, вот этот беленький. Беленький? Да. Ты уверен? Да. Да, да, мне вот этот беленький, ребята, попался. Симпотный довольно, симпотный, красивый. Я беру его себе. Я беру вот этот. И Мишин Бейблейд. Надеюсь, это такого герой-то, да? Да! Нет. Нет. Нет? 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 А что тебе попало? Вот, вот этот зеленый. Зеленый. Да, держи. Ну, сейчас теперь моя очередь. Я надеюсь... Ну, мне... тебе этот, ты... наверное. А я откуда знаю? Может быть, сейчас дубль какой-то будет. Круто.
Ну, давай, офигеть. Открываем. Друзья, очень интересно узнать, что у меня тут находится. Мише два Бейблейда классные попались, вот эти, получается, герои. А мне? Это он! А мне попалось вот это нереально. Все, сейчас это все дело распакуем, покажем вам комплектующие. Так, начинаем, ребята, распаковывать. Мне очень интересно, как выглядит мой Бейблейд. Вот это интересно, давайте. Я сразу хочу главного героя распаковать. А я беру драйвер. Так, у меня, по идее, у меня тут... Вау! Супер! Вау, покажи! Смотри, какой класс, драйвер! Класс, это супер атакующий! Да, он резиновый, ребята, обратите внимание, он как резиновый и такой усиленный. Друзья, будет обзор отдельно на каждый Beyblade. Что у тебя там? Вау! Да? Да! Тут еще какие-то бумажки. Да, очень хорошо запластиковали. Так. Давай, открывайся. Так, смотри, что у меня. Вот у меня уже такая... Ой-ой-ой, классно все запаковано. Ну. Ого. Класс, какой у тебя красивый, Миша, вообще как... Это главный герой. Как медалька. О, смотри, как классно. А ну. Смотри, как крутится, круто. Вообще здоровски. Так, еще какая-то у меня одна деталь осталась. Какие-то такие пакеты, что тяжело. Смотри, какой силовой диск. Смотри. У нас одинаковые. У нас, да, только цвет другой. Друзья, смотрите, с подшипниками такими интересными. А у тебя какая-то тут штучка. Ребята, я беру себе вот такой Beyblade. Так, ух ты, какой драйвер. Да, ну покажи. Ёпарас это, смотри, какой это. Я такой мечтал. Очень. Нет, это зеленый Зенитрон. Да, зеленый, да, точно. Похоже очень сильно по сути. Ну. Так, я тоже. А у меня, смотри, драйвер какой. Ну, в принципе, такой обычный драйвер, желтенький. Смотри, какая рамочка. О, у нас такая, кажется, да, но у нас копия была, да, Миша? Нет. О, смотри, феникс какой красивый. Так. У нас уже есть ревай феникс, есть дед феникс. Так, сейчас я распаковываю кольцо. Так. Ай, давай. О, смотри, у меня еще такого кольца не было. Да, не было. Друзья, пишите в комментариях, кому какой Beyblade нравился, а Феникс реально такой золотой, красивый. Ну, чемпионский, я вам скажу. Поехали. Да, как я и говорил, Кирбел. Смотри, восьмерочка, как от Фафнера. Есть вот такая комбинация. Беру вот такую теперь наклеечку, друзья, и посмотрим... Какой у нас там будет Beyblade? Попадал. О, вот такой Кирбеус. Так. О, смотри, у меня Рактоворчик. Не, это Волтриечек. Волтриечек, красавчик. Давай, открывайся. Вау, какой красавчик. Смотри. Вау, он беленький такой. Смотри, какой красивый. Как снежок. А смотрите, у него от своего Лунгиуса вот этот железный чип. О, Blast Genius драйвер. Да? Да. Ты такое хотел, да, раньше? Да, я вообще мечтал Blast Genius. Вот такой Кирбеус у меня получился. Ух ты, какой красивый. Ребята, мы всегда мечтали о Кирбеусе настоящем Токаровском. А у нас теперь такой эксклюзивный черный. Вот такой зеленый. А у меня, смотри. О, это драйвер от Бушина Шура. Да, только черный цвет и прозрачный. Красиво тоже. Так, я уже распаковал свои три Beyblade, Мишаня. Железка от Blast Genius. Тоже? Все, да. Вот еще верхний слой Genius, и у тебя целый Beyblade. Миша, что скажешь? Пойдет? У меня есть такая рамка, да? Рамка только от компании Hasbro. Смотри, мой любимый рактоворчик. Начинаем. А потом, друзья, напишите, у кого самый крутой Beyblade попался. Так, у меня рактоворчик очень сильный, чемпионский. И давай. Так, а ты что, уже все распаковал, все четыре? Нет. Смотри. Вау, цифра 7. У нас такого еще не было, смотри. Было вроде бы. Да, вроде бы не было такого семерочки. Вот тут, смотрите. Вау, красавчик. Вот это вообще очень круто, друзья, смотрится с этими шариками. На, драйвер самый тяжелый, я тебе даю драйвер распаковать. Вау! Фафнер F4!
Держи. Круто. У нас таких распаковок еще не было, таких крутых. Вау, смотри. Вот. У него точно такой же. Да, смотри, это получается от этого Фафнера, волшебный Фафнер. Только другого цвета. Все круто. Вот такой драйвер, у меня еще такого не было. А ну покажи. Смотри. Вау, очень интересно. Круто, держи. Мой рок-товарчик красивый. Итак, подводим итоги. Я себе выбрал вот такого вот речка слэш с таким классным диском. Мишаня взял себе такого черного кербелса с таким интересным драйвером. Я себе взял крутого рок-товарчика R4, своего любимого красавчика, розовый такой интересный. А я себе взял. А Фафнир. Миша себе взял Фафнира такого синенького. С таким силовым диском. Дальше у меня вот такой Beyblade с такими перьями, мечами. Кстати, который, он да, мне показался да, очень крутым. Да, он, наверное, будет очень крутой. Дальше мы на него сделаем обзор. Потом Мишаня выбрал себе вот такого классного Beyblade зеленого цвета. Кстати, у него такие два героя. Я взял себе, выбрал такого Феникса красивого, Ревайли, как он там, потом разберемся. Вот такие у нас, друзья, итоги. И давай теперь распаковывать самое главное, верхушки. Большая распаковочка продолжается. Самое интересное, эксклюзивное. Вау! Сразу, сразу. А у меня вот такой. У нас еще такого чипа не было. Не, был. Да есть у нас железный чип. Нет, а аватарочки такой нет. Да у нас вообще такого нету. А как оно же работает? Друзья, потом разберемся. Так, забирай своего. Так. Вот такой у меня зелененький. Очень красивый, да. Очень красивый. И у меня волтреечек. Да, похож на волтреечка. О, он такой прозрачный, прикольный. Да, не говори. Итоги, друзья. Мишаня взял себе вот такого зеленого героя. Желтого я себе взял волтреечка и гидра. Пишите в комментариях, ребята, понравилась ли вам такая большая распаковочка. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мишаня. До новых встреч. Пока-пока.